Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из города-курорта Анапа, Джима Т. Сегодня с нами Даша. Покажи, чем тебя угостил Артур. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Спасибо Артурику в кафе «Пандок». Мимо проезжали, просто заехал в гости, он нас не отпустил без шашлыка. Хотя я пытался убежать, потому что пойдемте на улицу. Ребятки, здесь у нас температура 21, а Витязева была 24. Немножечко прохладнее, потому что мы ближе и ниже находимся к морю. А сейчас отправляемся посмотреть, как здесь происходит жизнь. И есть ли она вообще в ДЖМТ. Слышите, там волка повезли в машине большой, он аж воет. Итак, смотрим по ДЖМТ. Добрый день. Работают еще немножечко магазинчики, кафешечка, допустим, большая Клин закрыта. Туда дальше работало еще два заведения, шашлычок там можно поесть. В основном все уже подходит, так сказать, к завершению сезона 2022 года. Дашенька, ты спешишь? Отлично. Буфет причал в прошлом году его открыли, он работает теперь круглогодично, без перерывов и выходных. Это тоже хорошо. В этом году заработала здесь Элис Пещера в новом формате, переделанная с открывающимися вот этими стеклами. Вот, вот таки интересно. Если вдруг вы там отдыхали, напишите нам свой комментарий, как там было. Ну, а здесь остановка. Кстати, медийная ферма, мы там ели мидии, вкусные, могу посоветовать. Даже чебуреки даже прочитала. Смотрим, Пятерочка круглый год, туда дальше Магнит круглый год, Фанагория тоже работает. Ждем красный сигнал светофора. Сквер Анапский в ДЖМТ был благоустроен. И можем видеть, что место там бросили такие красивые цветы. Это прям реально круто. Вот слушайте, мороженка. Прям огромное количество. Будешь себя хорошо вести, на обратном пути купим тебе мороженку, хорошо? В общем, все довольно-таки симпатично, не хватает только лавочек. Так, опять здесь стоят ждать, пока загорится зеленый, чтобы перейти. Пионерский проспект. Да и вообще все, в принципе, уже, знаете, пустое. Людей очень мало. Хотелось бы, конечно, чтобы было побольше. Здесь можем видеть, что уже многие точки торговые позакрывались. Я единственное, знаете, что переживаю сегодня? Вот сейчас дождик у нас почти там 87%, и походу тучи все-таки начинают накрывать. Нам еще здесь выпало солнышко, чтобы прогуляться. Будем поспешить. Я просто под дождем квадрик запускать не могу, потому что он сразу погибнет. Смотрите, температура воздуха уже показывает 25, но это на солнышке. В денежке, как я вам сказал, 21. Товары курортного ассортимента еще продают. Если что, есть и теплые вещи в продаже, если вдруг вы приедете и на юге замерзнете. Даша что-то у нас не спешит сегодня, да? Мы сегодня в прямом эфире забирали Дашеньку со школы. Она там рассказала, как ей сегодня там было, что интересного происходило. Я раньше всех проснулась. Мы уроки с тобой уже сделали? Да. Большие молодцы? Да. Давай пятюньку. Вообще-то еще одну тетрадку я сделала раньше. Молодец. Там чуть-чуть надо будет нам дописать. Магазин работает. Здесь в этом году мы видели как раз-таки новое благоустройство. И, в принципе, все отработало прям по красоте. Последний дождик. Я приезжал в ДЖМТ. Здесь было много водички. Но сейчас смотрю, что оно уже разошлось. Это улица Песчаная. Пересечение с первым проездом. Здесь есть немножко луж. И тут прям сейчас очень сильно на контрасте с прохладной тенью давит солнышко. Прям жарко. Б-52 кафе закрыто. Не работает оно. Друзья, смотрите, какие вьющиеся розы. Сверху свисает. Прям красота. Вот такой прям букетик. Классно, да? Угу. Там бычок и кофеечек продают. Магазинчик работает. Я думаю, непривычно увидеть ДЖМТ именно в таком формате, когда все закрыто после того, как здесь бурлила жизнь прям очень сильно. Сейчас не работает совершенно ничего практически. Да, хотелось бы, чтобы лето не кончалось и продолжалось оно очень долго. Но, к большому сожалению, всему хорошему всегда приходит, как говорится, конец, ну или завершение. Будем ждать следующий сезон. Фрукты, овощи еще продают и распродают, наверное. Осталось их немного, но они еще есть. Андерсан, кстати, вот в этом году что-то не срослось. Звали меня вроде на обзор гостиницы, но потом... Наверное, 5000 стало дорого. Очень дорого. В этом году порадовал. На Лазурной улице мужчина заказал второй раз обзор, и у него стрельнуло 100 тысяч просмотров. Это было прям очень круто. И сколько людей там отдыхало. Хороший хозяин, как говорится, побольше отдыхающих. Здесь, ребята, мы видим улицу Виноградная. То есть она уже подсохла. Но водичка немножко стоит.
А? Даша говорит, что смотри, папа, забыли забрать некоторые надувашки. Ну, они там некоторые уже так спустили, что их прям и стыдно оттуда забирать. Слушайте, ну вообще практически ничего не работает. Ой, повеяло прохладой. Только бы не попасть под дождь. Я вот за это очень сильно сейчас переживаю. С правой стороны находится Фей-1, отель Aston на первом проезде. Постоянно про него пишут отдыхающие. Здесь массаж из Fish Spa. Тоже должно, по идее, работать, но не сегодня, друзья мои. В следующем году приходите. Юбилейный тупик. Здесь можем видеть, что пока уже все сухо. Ну, пока нет большого количества дождей подряд, но, в принципе, все будет очень быстро впитываться. Это вот прошлый год было нормально, потому что несколько ливней, потом сильный ливень, и все утонуло. А так пока все очень хорошо. Но все равно ливневая система обязана быть, чтобы у нас, как говорится, все работало на высшем уровне, а не так, что каждого дождя бояться, опасаться. Это же тоже неприятно. Здесь все закрывается вот последний. Круговой люк разбирают. Недалеко, в смысле? Это хорошо. Мне очень понравилось, что близко сегодня до моря, не как на паралии, и мы по-быстрому добрались. Надеюсь, что и вам тоже небольшие ролики нравятся, обзорные, в хорошем формате, 4К. Можете поставить, как говорится, и ловить наслаждение, дорогие друзья. Снастил убрали, их тут больше нет. Здесь тоже все разбирают уже до конца. Магазин закрыт. Эх, так я, кстати, в этом году не добрался до своего друга на посидеть, отдохнуть. У него тут вот такие дела. О, там купаются ребята. Смотрите, море так нежно сегодня. Раскаты идут. С утра купался, вода вообще шикарная. 22 градуса. Это, можно сказать, что идеальная погода для купания. А сейчас, когда температура воздуха на солнце достигает 25,2, то, собственно, почему бы не скупаться? Единственное, что вот это впереди пугает идущие тучки. С правой стороны тоже затягивает. А так ни ветра, ничего такого мешающего отдыха нету. То есть все, в принципе, идеально. Здесь также все закрыто. Ну, хочешь, тут постой? Мы с вами двигаемся к морю. Купание запрещено. Благодарю Джумате за то, что оставили мусорку. То есть люди, которые будут приходить, могут его выкидывать сюда. Это прям прекрасно. Там два пацана купаются, во всю вещи побросали, убежали. В общем, идеальная погода для идеального состояния души. Людей немного. Тепло, классно. Чего еще нам надо? 26,9. Ребят, реально на солнце прям печет. Здравствуй, морешка. Третье наше любимое, дорогое. Такое оно чистое. Я сегодня тоже купался. Такой вкус, аромат, запах. Все. Все море есть, оно все великолепное прям. Не хватило с ним сегодня прощаться. Очень долго плавал. Сейчас захожу в воду, вода очень теплая. Вот мужчина, смотрите, будет заходить. Сейчас, я думаю, вы увидите, что он даже ежиться не будет. У него прям все по кайфу. Какие тучи просто висят. Походу будет действительно какой-то кобздец. Хотя на Донапо еще все очень даже хорошо. Пишите ваше мнение, как вы думаете, придет ли плохая погода или нет. Но сейчас я надеюсь, что все-таки получилось, и мы взлетели, а потом узнаем температуру воды. Раз, два, три.
парни выходят уже из водички. Папа убивал море. Там мужчина тоже вышел в море. Женщина загорает. В общем, великолепное ощущение, чувство лета и прекрасного вокруг. 22,7 температура водички. Ну, там дальше купается мужчина прям очень глубоко в морешке. В общем, все шикарно, все великолепно. Желаем каждому, кто смог приехать, наслаждаться такой погодой. Чтобы синоптики почаще именно вот так вот, как говорится, ошибались, и тогда вода. Самое классное чувство на земле. Эх, дорогие друзья, крепко обнимаю, люблю и к сердцу прижимаю каждого из вас. Спасибо, что смотрите нас, спасибо, что поддерживаете комментариями, донатами, лайками. От души вам огромнейший привет в каждый город вашей земли. От меня и Даши. Маши, пока-пока! Всем до следующего видео.